Ну, видите, тут свадьбу снимают фотографы. Они здесь регистрируются, тут же, наверное, венчаются и тут же снимаются. Сейчас он их забодает. Тут интересные всякие разные. Даже магазинчики есть, ювелирные. Там наверху какой-то герб. Видно, нет? Вот оно. И красивая колокольня или что это. Идем дальше. Сулатерны. То есть кафе. Светильничку, да? Вот. Вот та самая площадь. Вот. Туда я ходил, регистрировался. Вот туда. Куда я эту улицу узнал. Ну, рано или поздно все равно бы узнал, да? Вот так это выглядит отсюда. Так это выглядит отсюда. Пойдемте на площадь. Тоже симпатично. Девочка снимает. Ну да, для таких вещей сейчас только девочка. Мужик на это не проживет. Так. Вот так это все красиво выглядит. Сейчас мы зайдем сюда. Снимем этот. Кто там наверху? Святой такой. Фонтанчик. Так, а сколько времени у нас? Время 11:30. Ой, 1:30. Ага. Вот такая церковь. И что-то еще. А, это музей. Я помню, что это музей. Какой-то музей. Вот так это все выглядит. Туристы. Туристы. Дурачок выделывают перед девочками. Молодые. Они хохочут, что-то радостные такие. Вот. Если пройти дальше, там будет такие красные ворота, сквозь которых можно проезжать и сюда приезжать. Но вставать здесь практически негде. Поэтому я и не взял сегодня машину. Мы с вами посмотрели это красивое место. И сейчас направимся домой. Напоследок взглянув еще вот на это красивое здание. Если нет лепнины, ее нарисуют. Да и все. Пошли. Ну, пойдемте тогда вот в этот панельчик. Зайдем. Так, выходим. Сейчас старая дверь такая, замковская. Вот.
Так, ребята, ну раз уж так получилось, мне случайно, я не ожидал, что мы вышли к Дунаю. Вот вам Дунай в этом месте. Вот вам это все здесь. Ага. И вот там находится английский сад. Пойдем туда. Ну, тогда у нас придется разделить видео на два. Одно будет слишком затяжно. Ну, давайте, раз уж мы все равно здесь, давайте пройдем туда. Эльзенбрюке. Угу. Мост Эльзе. Так. Изготовлено в честь вот этого королевского величия принц Люитпольд Байерн Штатсбаун Вальтунг Фервальтунг Штатсбаун Фервальтунг. Так, ага, ну давайте пойдемте тогда. Там какая-то интересная такая штука крутится, непонятно что это. Написано унт. Что он? Электричество вырабатывает или что? Пошли. Прогуляемся по набережной немножко. Ага. Если что, мы живем вот там, в той стороне. Ну, по самому этому парку, наверное, мы гулять не будем. Но пройтись, пройдемся. А, тут тоже эта традиция, да? С именами влюбленных вешать замочки. Потом городу надоедает он все это. Видите, покупает замочек, пишет, гравирует на нем свои имена и скрепляет. Так, а здесь я не понял. А, утки. Утки есть. Вот. Сад еще красивее. Как бы Дунай мне представлялся все-таки больше. Ну, может, в этом месте он такой рукавчик, да? Там вроде как два рукава так сходят рядом. Ну, все равно настоящий Дунай. Живем мы тут, топереча. И это любимое место съемки для открыток разных рекламных проспектов города на Дунае, Нойборга. И вот теперь здесь. Ну, такой первый раз вижу танц-кафе. Кафе для танцовщиков, танцевальный такой танц, хэдлайн. Так, и биргартен. Вот тут биргартен. Почему-то не работает, это странно. Должен был. Может, к вечеру откроется. Так.
туда, Банков, центрум, Инголстадт, на сторону Инголстадта, если что. То есть вот он этот парк. Ну, я говорю, мы с вами лучше отдельно потом сходим, я отдельное видео сниму. Ладно? Пока пошли домой. Ну вот, если подходя к такому дому, на одном из балконов мы увидели синий зонтик. Где он там? Вот он. Значит, мой дома уже, считай. Это мой балкончик. До следующего раза, друзья. Всем доброго. Пока.